Вижу, ты получил мое сообщение. Мне нужны твои таланты. Есть некий предмет, который спрятан в уединенном монастыре. Тебе придется добыть его для меня. Этот монастырь велик и хорошо охраняется. Поэтому не жалей времени на подготовку. Если у тебя все получится, я щедро вознагражу тебя за услуги. Превосходно. Это монастырь. Он называется храм мотылька предка. Именно туда удаляются ослепшие жрецы мотылька, чтобы там провести остаток дней. Я отмечу его положение на твоей карте. Ты найдешь его на северо-востоке Сиродила за Чейдинхолом. Мне нужен камень Савиллы. Это большой кристалл с особыми свойствами, которыми я хочу воспользоваться. Помни, нельзя проливать кровь невинных. Впрочем, за убийство стражников этого камня цена крови не назначается. Неважно, люди они или нет. Когда я получу известие, что камень Савиллы пропал, я буду ждать тебя здесь. Да укроет тебя тень. Что может миролюбивый монах сделать для тебя? Кто это Савилла? Наверное, какая-то чаровница. Я не знаю никого с таким именем. Хорошо. Ха, что-то не верится. Не говори, как скажешь. Не говори, не надо больше. Ты не пытайся, не при, что-то не верится. Как с... что? Какая чушь. Я не должен говорить это тебе, но я знаю, что тебе можно доверять. Слепые монахи в катакомбах сторожат этот камень. Говорят, он обладает магической силой. Только не говори Хриде, что я тебе это сказал. Меня могут изгнать за это. Я не могу сказать тебе это. Это может привести к нежелательным последствиям. Я не настолько хорошо тебя знаю. Рассказывай. Я возьму. Хорошо, хорошо, я покажу тебе. Но только потому, что ты мой дорогой друг. Следуй за мной. Пожалуйста, проявляй учтивость и не беспокой монахов. Да укутают тебя... Надеюсь, тебе понравится. Он был здесь только секунду назад.
Он был здесь только секунду назад. Я слышал, монахи были очень гостеприимны. Мои источники сообщают мне, что камень Савиллы пропал. Он у тебя с собой? Превосходно! Теперь защитные порядки дворца не помеха для моего зрения. Хорошо, что император не знал, что этот камень у них. Он приказал бы его уничтожить или забрал у них и хранил бы его под замком в своем дворце. Когда я узнаю то, что мне нужно знать, я позову тебя опять. Теперь давай покинем дом Хелвиуса. Нельзя злоупотреблять гостеприимством.